Всем привет, ребята! С вами канал Владелец Аквариума. Я Дима. И мне пришла очередная посылка с новой почтой. Давайте посмотрим, что же в ней. Специально не проверял на почте, потому что вот значок стекло. Должны были аккуратно вести. Посмотрим, насколько аккуратно наша почта работает. Ну, если тут разбитая, значит не повезло мне. Ну, продавец очень интересно упаковал и качественно. Кстати, это я не сказал бы, что прям покупка. Это лот, выигранный на аукционе. На аукционе Акваформ. Ну, качественно довольно-таки все. Так, тут у нас коробочка. Ух ты, коробочка от кошелька, у меня такой же. Так, и должна быть еще трубка. Вот и трубка. Так, вот. Трубочка. Больше тут ничего нет, просто. Открываем коробочку. Что же тут? Тут ветоши, вот что, и две присоски. Ничего себе. Итак, ребята, что у нас в итоге? Это кормушка для креветок, ну и для самов. Она бывшего употребления, ничего страшного. Присоски заменю, я думаю, будет работать все. Вот эта пиалочка ставится на дно аквариума, это к стенке, и корм кидается сверху, падает четко сюда, чтобы не разносилась муляка и прочее. Посмотрим, как коридоросы будут кушать с такой посуды. Вот. Не переключайтесь, дальше будет видео, как это все я установлю в аквариум, покормлю рыбок.